привет. А другой? Идем. Другой лысый? Лысый? А вы что, заказали что-нибудь, нет? Фонарики. О, правильно, правильно. А другой молчун лысый. Короче, братик, у фонарик дай мне умирать. Налоги платить. Ой, тоже работаешь, молодец. Плохо с этим газом, плохо. А где тут выход? Сюда, да? Здравствуйте! Блин, надо было эту дверь открывать. Хорошие новости, мы выполнили квоту. Вы рады, что мы квоту выполнили? Братан, иди сюда, пожалуйста. Где ты? М? Ты где? Ты тут где-то бегаешь, но что-то... Так... Понял. Ну чё, блин. Братан, иди сюда, покажи кое-что прикольное. Посмотри, посмотри. Только не упади, вон вниз смотри. Как тебе? Фонарик просрали. Да, но там был обычный, так что нормально. У меня сел. Так нам еще и штраф платить.
Привет, привет. Пям пям пам 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 пару пам 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 пам. Я люблю носить мусор на корабль, потом его продавать и платить налоги, налоги платить. Еще ингаляторов много надо нам. Я несу, идем. Вот тут смотри, надо вот так, типа да, вот так, правильно, правильно. Молодец, молодец, делаешь. Пойдем. Пим-пум. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп. Ой. Вот так вот, оп, да. Все. А че еще один наш где друг? А, он куда-то пошел, смотри, смотри. А, он возвращается. Ура! Все, поехали, что ли? Мы уже отбили цену, как бы. Типа, налоги заплатим. Я тогда отправляюсь? Ну да, тут всего на 79 осталось. Давай. Пойдем попрощаемся. Да зачем закрывать-то? Пока. Пом-пом-пом. Чего вы дверьми балуетесь? Да зачем я мяу? О. А тут закидывает? Да-да-да. Главное, чтобы лампочки не были горели. Да, рации не надо. Да-да-да, после. Хотя, ну я не знаю, типа, смотри, у нас уже денег-то на первую квоту есть. Не знаю, как-то тратить, ну, потерять этого не хочется, знаешь, поэтому мне кажется, лучше одному все равно оставаться. Ты можешь две рации купить просто, если у нас денег мало. Ну и если хватит. Да, там нет денег. А этот молча тип. Мы идем на лесную. Легкую. Рхелф. Помолчим, фу, фу, мы да без разницы. Любим такие гомогеи, вообще лысые, фу. Че ты его булишь, а? Сам сдох, блин. Нам потому что я просто видел. Идет, идет и подскользнулся. Какого? Я 10 минут раз прыгал, там не запрыгивается. Надо было налево, а я прыгал, она в этот раз соскальзывает, я падаю. Гений, вот он. Идемте, ебой. Пам 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 пам. А у фонарика ты убили? Меня его нет. Ну, тебя и не спрашивают, значит. Пошел нафиг, пошел. Ну, у тебя нет фонарика. Давай. Давай я с тобой пойду. Я хочу с тобой. Идем. Шансов на выживание больше. Я бочек нашел. Они недалеко. У меня какая-то хрень пернула. Я сразу какую-то чурку нашел. Ты понимаешь, один не мог говорить, это будет плохо, да? Еще и этот братик, который все время падает и погибает. Какую-то хрень нашел, ребят, сейчас меня на кухню. Где ты? Скажи нам свое местоположение.